Друзья, привет! Сегодня у нас пересадка и размножение циропигии. Вот такая у меня длинная колбаса наросла из маленького отросточка. Это был срез, и я его укоренила непосредственно в земле. Вот даже у меня тут есть такие скобки. Но ветвиться он не стал. Вот такой горшочек был заполнен на 2/3 керамзитом, чтобы сократить объем. И земли стало, конечно, катастрофически не хватать. Из-за этого, из-за отсутствия питания, вот такие пошли мелкие листочки с большими междоузлиями, и в итоге сейчас я их порежу, насчитала, что здесь у меня будет 8 отросточков. Есть прям хорошая такая мощная корневая с лизункой, а есть маленькая лизунка и корешочек, то есть они прям разные. Ну вот я думаю, что 8 штук мне хватит. Вот такой грунт я сейчас буду замешивать. Здесь универсальный, немножко биогумуса, вермикулит, перлит и чуть-чуть солита. На дно горшка я кладу крупный керамзит. Я люблю использовать именно его, потому что мелкий очень сильно пристает к корням, потом травмирует корни при пересадке, поэтому я беру только крупный сейчас. И несколько уголечков для дезинфекции, ну, на всякий случай, хотя это не обязательно. И я еще буду посыпать корни корневином, чтобы быстрее происходило укоренение. Вот такое количество грунта я набрала. Грунт должен быть рыхлый, хороший, воздухопроницаемый и в то же время питательный, потому что я хочу, чтобы у меня развивалось растение. Слишком долго оно и так сидело в прошлом году. Вот совсем небольшой у меня горшочек, но ему будет хорошо в нем, я думаю. Итак, я начну с конца. Здесь такие хорошенькие ризомки. Хорошая корневая, но потом перестали развиваться здесь ризомки. И я срежу вот до сюда. Следующая тут картошечка с корешками появилась. И я думаю, что вот так, оп, один у меня будет готов. Так, сейчас подвину. Теперь я срезаю эту часть, потому что здесь есть корешок. Теперь 3. Так. 4. 5. Это доложу. 6. Так, и вот он 7-й, вот до сюда. И вот 8-й у нас будет последняя колбаса. Некрасивые закрученные листья. Я их обрежу. Вот так. Посмотрим, что я с этим сделаю. Ну что ж, 8 штучек у меня. Приступаем к посадке. Сыплю корневин прямо сюда в землю. Ну, так не хватит. Не знаю, много это или мало. Ну, в общем, сначала будет самая крупная корневая система. Вот изначально был вот такой маленький росточек. Эти листочки, ну, может, чуть-чуть увеличились за это время. Я его посажу в серединку поглубже, потому что все остальные будут у поверхности. А эту корневую мы заглубим. Вот так. Даже еще глубже. Скобочку я сделала из проволоки и подопру вот этого товарища, он прям тяжелый. Так, ну что, вот что у меня получилось. Сейчас я его полью и продолжу горшочек, поставлю укореняться.